Всем привет, с вами Света, и сегодня хочу познакомить вас с одним из организаторов Свята Подяки в Дніпрі. Здравствуйте. Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, какая ваша роль в организации этого праздника? Моя роль маленькая, я как бы являюсь организатором плюс режиссером всех локаций, которые здесь сделаны. У меня большая команда, все они молодцы. Поделитесь, пожалуйста, каким-то своим жизненным кредо для молодежи. Вот что для вас главное сейчас в жизни? Главное – это слышать Бога и следовать за Ним. Сложно ли быть организатором? Вот сложно ли контролировать вот этот огромный процесс организации мероприятий? Возможно, у вас есть какие-то секреты также, вот секреты организатора? Самый важный секрет – это не нервничать. Угу. Самый важный секрет – это для того, чтобы всем было комфортно и все были организованы по времени. Это самое важное, потому что Бог – это есть Бог порядка, и поэтому для нас, чтобы вовремя все знали, когда они начинают, когда заканчивают, и чтобы все было очень компактно, как торт. Спасибо большое. За что лично вы благодарите Бога сегодня? Благодарю Бога в первую очередь за то, что у нас есть возможность рассказать городу о нем, то, что у нас хорошая погода, и то, что мы живы, здоровы, и у нас нет войны. Спасибо. Слава Богу, благодарите Бога за все, и присоединяйтесь к нам на Свято Подяки.